Родители записаться в первый класс могут несколькими способами. Первый способ – выйти на портал госуслуг и заполнить анкету и, соответственно, приложить нужные документы. Но через 3 дня они все равно должны прийти в школу, предоставить уже оригиналы документов. Это свидетельство о рождении ребенка, справка о регистрации по закрепленной территории и предоставить документ, удостоверяющий личность. Это необходимый пакет документов. И точно так же родители могут непосредственно в школе записаться, точно так же в первый класс. Либо по электронной почте могут предоставить тоже заявку, ну, заявление заполнить, но документы, оригиналы, они должны приносить в школу лично в течение 3 дней. Зачисление в первый класс осуществляется в соответствии с закреплением по территориальному признаку. С 1 июля будут приниматься заявления от родителей, чьи дети могут быть не зарегистрированы по закрепленному за школой адресу, но желают посещать именно это образовательное учреждение. После 1 июля запись в первый класс производится уже на свободные места, не по закрепленной территории. Здесь уже не нужна будет справка о регистрации в данном месте жительства.